Доброго дня всем, друзья! И начинается моя трудовая каденция очередная. Кстати, уже с Нового года, как бы, да, с 21-го. Сегодня у нас 7 февраля. И времени 10. Сейчас я сравню, у меня на навигации. Сколько-то? Да, 10:13 времени. Выехали мы с базы, все в порядке, машинка была груженная, вчера приехал тягач с сервиса, вроде бы как его там что-то делали, вроде бы баста делали, ну такое, ночевал уже в машинке, нормально все, но по сравнению, да, это у меня Scania, сразу говорю, пробег у нее 436 тысяч, такая вот машинка, значит, но скажу, места, конечно, после ДАФа, вот именно внутри, катастрофически не хватает. Именно вот для своих личных вещей, для тех, кто там вот сделали, которые закупы там, ну, даже продукты, такое, там, морозилку покидал, такой там, ну, суп опять наварил, там, баночки такое, то есть масло, там, сыр, там, в холодильнике, но колбасу еще там затурил. Но дело в том, что вареники, блинчики, ну, не помещаются уже никуда. Пришлось, ну вот, в прицепе есть там ящик, туда уже пихать, как говорится. За бортом минус 9, так что я думаю, нормально, даже пускай в такой температурке ничего с ними не будет. Главное, ну, на плюс не выйти, вот, вот так вот. Вот, зима, вот морозы, конечно, на этих выходных здесь усиливаются. Видите, когда я ехал домой, она была плюсовая температурка, это хорошо, но, ну да, минус, согласен, но главное, чтобы не было осадков, которые вот, ну, чтобы не было, опять же, гололеда, но это опять для меня. Я все, ну, как, может, приравниваю не как общему, а, ну, к себе лично, потому что, да, я снимаю видео, и, как бы, чтобы мне удобнее было это, в этом плане. Вот. Немного отвык от Scania, все-таки, ну, на ДАФа поездил, привыкаешь уже к этим, но все-таки скажу, да, именно как в работе, как коробка, как работает ретардер, мне очень классно, ну, то есть мне импонирует вот это движение. Была бы кабина вот здесь пошире, есть уже в новой, как говорится, в новой кабине, да, модификация, пошире, повыше, да, возможно, там бы, конечно, повеселее было. Ну, это так, для жизни. Но для работы, для езды, конечно, вот это вот. И опять же, эти кнопки управления и ось подъемная опускается. А тут же полностью кабина на подушках, тоже выжимаешь вверх и, ну, такое все. Управление. Так, что еще? Ну, в принципе, направление. Я груженым, уже машинка была груженая. Вернее, прицеп его загрузили. Это металл, двутавры, швеллера какие-то, там даже не габарит. Вот, везем мы это все в Австрию, в Грац. Вот туда достава у нас будет. Но с негабаритом по Чехии запрещено. Вернее, там можно, но там надо какие-то дозвола брать отдельные, которые стоят денег. Соответственно, наше направление едем мы через Словакию. Вот, ну сегодня воскресенье, по Польше можно еще ехать, доедем до границы, где-то поближе подъедем, ну, будем искать какой-то паркинг уже, здесь как бы недалеко, там километров 350 до границы, и заночуем до утра, часиков 4, но опять же будем смотреть по погоде, если же будет сыпать снег, то, конечно, будем ждать, ну, опять же, буду общаться или смотреть, если там почистили дорогу, то будем выезжать, потому что, ну, нет смысла дергаться и там стоять потом на автостраде где-нибудь там еще, создавая какую-то пробку. Вот здесь, видите, какой-то вот заезд, но это для частника, видите, кто-то занимается перевозками, вот такими вот прицепы поставил. Ну, вот такая зимняя Польша, друзья. Ну, опять скажете, никого нет, да, ну, это воскресенье, опять зима, ну, в летний период, ну, как бы, мало кого увидишь, ну, проходит, конечно, все-таки больше с этим прохожих чаще увидишь, нежели там в Австрии, там, или в Германии, потому что все передвигаются на автомобилях, это так, кто там пробежка занимается, такое дело, так,
Вот. Ну а сейчас, ну, во-первых, воскресное утро, во-вторых, морозное утро. Ну, я думаю, желающих просто побродить не так уж и много. Так что просто проезжаем и любуемся достопримечательностями. Дорогой, кстати, это я уже ездил, по-моему, где-то уже видео у меня выходили. Ну, это были летние, осенние, какие-то весенние. Потому что не так слишком, когда мы едем с базы, ну, как говорится, то есть у нас маршрут мне проложили вот такой, и не изменять ему. Вот, то есть, как бы, маршруты одинаковые. В прошлой каденции, ну, не так, ну, я знаю эту дорогу, надо было по той, по 78-й дороге ехать. Что-то я с навигацией, короче, сам это протупил и поехал чуть-чуть дальше, ну, параллельно чуть-чуть дальше поехал по другой, как бы. Ну, разница там буквально в 10-15 километров, может быть, ну, там по времени, может быть, да, чуть более заняло. Но я не той по той дороге, соответственно, я понес наказание в размере 30 евро. Па-бам! Вот такое вот, ну, может быть, правильно, конечно, ну, дали тебе маршрут. Придерживайся. Ну, опять же, по таким причинам я объяснял то, что там навигацию перестраивал, поставил не грузовик, а там на автобус. И я эту дорогу как бы знал. Ну, короче, как бы такие оправдания. Ну, шефа это ничего не убедило. И в дальнейшем, знаете как, оно очень хорошо закрепляется, когда вот наказывают тебя там рублем, ну, копейкой какой-то, то есть в виде там финансовых удержаний, тогда ты будешь это прочувствуешь, как говорится, на себе это все. Так что как-то так. Зима, зима. Ну, снежок был побольше, все-таки я скажу. Но видите, плюсовая была температура, немного подтаяла, но все равно. Как бы нормально, видите, поналивали вот здесь, посыпали вот реагентами или какими-то вот солью, но дорога, видите, чистая, классная, приятно, приятно ехать. Так что такие делишки. Пока едем дальше, друзья. Ну, что, сейчас что-то еще надумаю, может, включимся, расскажу. Готовьтесь к данному. Так, ну что, друзья, страховицы или страховицы, населенный пункт. Давайте так на камеру чуть-чуть. Конечно. Ну да, людей не видно. Ну, хотя, кстати, видел. Я видел, даже велосипедист проезжал в межгород. Ну, вот такой шапки, такой. Ну, это экстремалы, конечно. Я не знаю, сколько сейчас, 9 градусов мороза. 10, наверное. Вы превышаете допустимую скорость. Вот, и как-то, я считаю, ну, прохладно вообще-то. Если не другой термин к этому подобрать, вот. Так, мы едем на Скоржиско-Камине, вот, вот направо нам нужно. Через 100 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Зелененький гори, гори, гори. Здесь такой радиус немного островатый, но мы проходим это. Что еще видел? Ну да, камеру не включал, конечно, ну, в лесу. Ну, эти вот лесные нимфы, или как правильно, с одной стороны одна стояла, там чуть дальше проезжал, там вторая. И вижу, они замерзшие стоят, ну, вот такие вот придорожная любовь. Вот такая вот. Ну, летом что-то не видно было, зимой сейчас видно, не знаю, что как. Да и вообще, в принципе, как-то в этих местах, как-то, я не знаю, ну, может, кто-то здесь, здешний живет, ну, получше эти моменты знает, конечно. Ну, видите, как получается. У меня же, еду этой дорогой, выезжая с базы,
и поехал в работу. Месяц-два катаемся там, ну, больше, меньше, ну, плюс-минус. И возвращаемся опять спустя вот, ну, опять месяц-два, то есть, и как бы особо здесь и чтобы так часто ездили, нет. Вот. Но, тем не менее, дорога, в принципе, ну, как бы уже знаешь, куда, что, как. Так вот, я говорю, к чему хочу сказать, что все-таки, может, кто-то здесь местный, это вот, эту всю структуру лучше знает изнутри. Потому как может ездить на работу, с работы постоянно, и это все на виду. Такое вот, так, красный. Как я и говорил, Scania очень хорошо оттормаживается, ретардер очень мне импонирует вообще. Но DAF не так, конечно. Вот. Ну что, озеро замерзло. Замерзло он с правой стороны. Еще что-то такое. Седар, вот стоит кузовок какой-то, высыпал что-то, камни на бок, самосвальчик, если так видно по правой стороне. Возможно, что-то будут там переделывать. А может, как вообще как памятник, хотя с номерами вроде какими-то, не знаю. Да уж. Зима-зима. Ну давай, включайся уже. Камеры стоят. Машин нет. Наверное, камеры эти фиксируют, скорее всего, нарушения по проезду перекрестка. Не так, как вот именно на движение. Вот. Смотрит, машин нет. Вот. Отключается, то есть для регулировки. Так, то скорее всего все-таки как постамент машинка стоит, потому что она на таком, ну, и кузов чистый, и все такое, как памятник чему-то. Может, здесь добывают как раз именно такую горную породу, гранит какой-то. Рыбаков не видно. Вот справа такие дачные участки, такие маленькие. Такие узенькие полоски, каждый как бы поделали. Ну что ж, из квартирки вот на такой участок, ну, так сказать, чтобы... Не, ну есть он попахано там чуть-чуть, да, это, то есть кто-то его высаживает для себя. Кто-то просто как травка, как чисто вот зеленая зона какая-то вот. Отдохнуть. Мясо пожарить, да и вообще, в принципе, провести. Но, видите, здесь вдоль дороги, а, ну, пруд вот это такой, или как, я не знаю, это ставок какой-то, озеро или что там еще, я не знаю. Может быть, как на этом водоеме еще. Тем более в жаркую летнюю погоду, как раз возле водички, ну, не так оно и жарко. Если еще тенечек есть, так вообще шикарно. Еще один велосипедист. Па-бам, смотрим слева. Ну, это чисто прогулочный вариант, просто прокатиться. Это не спортсмены. Вы превышаете допустимую скорость. Да, превышаем на целых 2 километра. Повторюсь, друзья, вот эти все, что вы слышите по превышению, это только для меня, ну, в любом случае. То есть, так что вы там не слишком не расстраивайтесь. Вот, я вижу, какая у меня скорость, какая все, как бы это самое. Ну, и опять же, предупредил, я уже на слух, не только визуально, бывает, чуть-чуть где-то отвлекся, но на слух это все воспринимаешь и оттормаживаешься. Вот, потому что, ну, как робот, ты не можешь ехать здесь ровно 50 и вот так вот. Кто-то чуть больше, где-то кто чуть меньше, ну, вот так вот. Мне кажется, такие комментарии пишут, наверное, люди, те, кто вообще, как, ну, либо машин, за рулем не ездили, это раз, либо машин не имеют,
Ну и в принципе с навигацией никак не работали или по навигации не ездили. Вот так это все. Ну, я по-другому просто не могу себе какое-то объяснение найти. Вот такое вот. А отключить не хочу я, потому что все-таки это для меня в первую очередь. Можно выставить, видишь, 60, можно плюс 10, там погрешность, там еще какой-то. То есть толерантность, такое как понятие везде. То есть, кто знает, тот знает. Остальным, ну, рассказывать как-то или объяснять нет особого желания. Пожалуйста, гуглите, информацию ищите. Вот такое вот. Так, слева смотрим кирпичик. Кирпичик и блоки. Это, скорее всего, здесь, ну, просто продает, наверное, какой-то предприниматель. Занимается перепродажей. Вот в этом регионе. Даже, может быть, даже какие-то филиалы фирмы делают. Какое-то место находят. Но главное, чтобы их продукция расходилась. Но почему бы нет? Если в этом месте где-то вот как бы востребовано. Смотрите, с левой стороны за заправочкой. Что у нас? Тротуарная плитка, бордюрчики лежат. Может, даже это просто такая лежит. Ну, место на нас нашли для того, что где-то будут укладывать. И просто довозить, подвозить. Ну, хочется сказать так. У нас бы, ну, как бы, да, в ночное время уже по одной штучке, по две, по три там это уже перетянули. Ну, видите, здесь к этому как-то относятся попроще, мне кажется. Не хотят лезть. Потому что, ну, за такую мелочевку поймают. Вот, кстати, еще справа. Значит, скорее всего, здесь что-то будет реконструироваться, делать или еще подделываться будет дорога, наверное, мне кажется. Только из этих соображений. А так, в принципе, смотрите, улица как бы неплохо. С такими вот водоотводом, канальчиками. Очень классно ехать, спокойно, никого нет, ничего вообще, то есть никто тебя не напрягает, не подгоняет, либо спереди, не, вообще классно как-то, удобно. Ну, мне сейчас вот приятно ехать. Так что как-то так. Ладно, едем далее.